Как отметил председатель Донецкого областного совета, профессия педагога будет востребована всегда. Действительно, этот праздник не только ваш, этот праздник всей страны, потому что каждый человек имеет отношение к этой профессии. Кто-то проходил учебу в школе, но я думаю, те, которые сегодня присутствуют здесь, они учебу в школе закончили с особыми результатами, что дало им возможность обучаться в таком престижном вузе, как ваш. Другие люди – это те люди, которые вкладывают частичку своей души, частичку себя в воспитание и учеников, и студентов, потому что без преемственности, которая сегодня есть, невозможно получить ни хорошее образование, ни в итоге стать высоким профессионалом для того, чтобы сегодня иметь возможность конкурировать с другими людьми, которые сегодня оказывают такие же услуги на рынке. Андрей Федорук отметил, что работа преподавателя – это настоящий подвиг, который они совершают каждый день, донося до своих студентов человеческую мудрость и вечные истины, новые знания и общенациональные ценности. Недаром в народе говорят, что образование – это наибольшее благо для человека. Тот лозунг, который сегодня есть у нас в Донецкой области, обучение на протяжении всей жизни, ну, я считаю, наверное, самый правильный и наиболее соответствует нашей действительности. Потому что, чтобы сегодня быть хорошим специалистом, действительно мы должны учиться на протяжении всей жизни. Андрей Федорук подчеркнул сложившуюся добрую традицию отмечать значимые для университета управления праздники. И это не случайно, поскольку Донецкий областной совет, депутаты плотно и плодотворно сотрудничают с этим учебным заведением в решении важных для региона задач. Это и различные студенческие форумы и конференции, и совместная реализация проекта «Город глазами студентов». Председатель областного совета выразил убеждение в том, что слаженная работа обеих сторон будет всегда всем полезна и интересна. Кира Думская, Александр Пугачев, Первый муниципальный.